Дорогие друзья, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы быть здоровыми людьми? Зарядку. Совершенно верно. И сейчас мы будем делать зарядку, но не обычную. Сейчас я вам покажу абсолютно know-how в фитнесе. Это будет самая необычная зарядка. И как она будет происходить? Сейчас я буду называть какие-то части тела. Ваша задача себя быстро, как говорят в Одессе, за туда взять. Ну, допустим, если я обеими руками. Если я говорю колени, нужно обеими руками взять себя за колени. Репетируем, давайте. Двумя руками за колени. За два колена, себя, да, отлично. Взяли. Если говорю уши, быстренько себя за уши. За два уха. Давайте быстренько, 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 быстренько. Вот, поняли, да? То есть я буду называть различные части тела, таким образом вы будете делать зарядку. Ваша задача успевать за мной. И условия. Кто будет брать себя не туда, не так, не вовремя или не вовремя забирать руки, тот, к сожалению, или та будут выбывать из этого конкурса и перестанут бороться за главный приз. А это ни много ни мало. Еще один гениальный подарок от наших молодоженов – это, внимание, подписка на журнал «Сад и огород» на 24 года! Я смотрю, собрали серьезные, серьезные соперники. Итак, дорогие друзья, если вы готовы, тогда внимательно слушайте тренера, да, назовемся так. Итак, 3, 4, поехали. Колени, уши, колени, уши, колени, колени. А, это было предупреждение. Поняли? Кто не вовремя заберет, тот тоже вылетает. Уши, колени, колени. Кого выгнать вот этого сразу трое? Уши. Уши! Уши! Дядь Саш, ну что ж такое? Забрали не вовремя. Ну, я уже подыграл как мог. Да, к сожалению. Ваши аплодисменты. Старался как мог. Спасибо, спасибо. Присаживайтесь. А если мне, как говорится, приз не нужен? А, странно, странно, странно. Сильно. Как может быть не нужен такой приз? А, пойдем дальше. Колени! Уши, колени, колени. Мимо, мимо, спасибо. Спасибо, позвольте, пожалуйста, руку. Спасибо, присаживайтесь. Ну, а тем временем, дорогие друзья, колени, уши, колени, уши, колени, колени, уши, уши. Он не смотрит, вы не видели. А, видели, видели, забрал ему время руку. Давайте пожму вашу руку, спасибо вам за участие. Присаживайтесь. А тем временем продолжаем, и у нас колени, уши, уши, колени, уши, колени, колени, уши, колени. Хочу заметить, что у нашего диджея самый лучший обзор. Уши, колени, колени, уши, уши. Не надо было так вылететь. Идем дальше, спасибо вам. Двигаемся далее, и у нас, как ни странно, уши. Вот это было, видели, какой бросок? Ура! Есть, присела, уши! Ладно, было предупреждение. Колени, уши, колени, колени, уши, опа! Опа, появилось что-то третье! Смотрите, не скоординировались, спасибо, спасибо, присаживайтесь, не успели. А сейчас будет самое веселое. Петя, готовься. Колени, уши, колени, пятки. Класс! Уши! Колени! Уши! Колени! Колени! Уши! Пятки! Попа! Двумя руками! Все, двумя руками надо было! Спасибо, спасибо за участие! Прошу, присаживайтесь! Давайте между вами встану, чтобы да, веселее было на финале. Le grande finale of наш конкурс, дамы и господа. Сейчас решается судьба, кто же победит в этом конкурсе, кто же самое сильное звено, кто выиграет сегодня прогулку на трехколесном велосипеде Гном 4. Кто это леди безмятежность? И готовы? Поехали. Колени, уши, колени, уши, колени, пятки, колени, уши, колени, мужская попа. Девчонки, это уже была шутка. Я считаю, что вы вдвоем заслуживаете быть победителями этого конкурса. Я бегу за подарками.
молодцы, я вам даже по цвету подобрал. Это вам, а это вам. И самое главное, что вы, выйдя на эту сцену, получаете эти громогласные овации! Спасибо вам, присаживайтесь.